Самый любимый танец, самый быстрый, самый динамичный танец латиноамериканской программы «Джайв». Итак, Рикардо Кокки и Юлия Загоруйченко. Это действительно визитная карточка этой пары. И Рикардо всегда был великолепен в этом танце. Хочу напомнить, что Рикардо воспитанник очень известного во всем мире тренера, хореографа, стилиста Эспена Салберга. Танец требует отличной физической подготовки. Сейчас основными тренерами этой пары является выдающийся дуэт. В прошлом непобедимые Донни Бёрнс и Гейна Феведа. И я вижу, что очень большое влияние они оказывают на эту пару. Я вижу, как Юля меняется, и появляются все новые краски в ее танце, новые технические победы. Опять же подчеркну, что Юля очень натуральный, естественный танцор. Талант ей дан от природы. Ну, а то, что касается ее настроения в танце, то она считает себя хамелеоном. Если Рикардо – это истинный итальянец в экспрессии, то она может быть очень разной. Да, она очень разная. Я думаю, что мировое сообщество воспринимает ее как девушку с русской душой. Ну, а для любителей статистики скажем, что впервые, когда эта пара выступала вместе, она заняла третье место. Это было единственное, первое и последнее третье место. Затем из 110 выступлений 64 – это первые места, и 45 – это вторые места. Третье место было по-прежнему единственное. Отличная статистика. Ну, вот я считаю, что люди должны танцевать не для медалей и побед, а для своего удовольствия. Но медали важны. Заслуженные аплодисменты. И мне хотелось бы просто сказать огромное спасибо организаторам конкурса и, конечно же, Лейли Адамьян.